газовая плита. Должны брать 114,36, берут 343 ежемесячно. Задвоенные, даже затроенные суммы в платежках жители видят уже без удивления. Газовики признаются, виновата программа. Но еще в марте сбой устранили. Однако в апреле ситуация повторилась. Обещание провести перерасчет жители устроило. Ошибки, к сожалению, есть, но Мособлгаз их максимально оперативно устраняет. С этого года компания «Единый газовый исполнитель» проверяет оборудование как в домах, так и в квартирах. Но не всегда газовики могут в них попасть. Управляющие компании жители в известность не ставят. Мое домоуправление объявлений не вывешивает вообще. И жители про это не знают. Позвонили в домоуправление, они не в курсе. Голубое топливо оказалось в центре внимания на форуме «Управдом». Такие встречи с жителями проходят в администрации округа регулярно. Получить ответы на вопросы в этот раз пришли порядка 300 человек. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».